Нам есть чем гордиться. Но самую сильную и искреннюю гордость мы испытываем за наших земляков. За их успехи в спорте, труде, общественной деятельности, благотворительности, искусстве, культурных проектах, поисковом движении и многом другом. В нашем районе живет немало известных спортсменов, много людей с добрым сердцем, много пытливых исследователей, краеведов, защитников родной природы. Среди нас живет немало интересных художников, писателей, артистов, фотографов. Мы гордимся нашими учителями и наставниками, нашими ветеранами и героями труда. Гордимся нашими молодыми лидерами и заслуженными руководителями. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на финальном этапе конкурса «Человек года 2016». Нам приятно отметить, что чествование наших земляков стало доброй традицией. Сегодня в этом зале присутствуют люди, которые всецело отдают себя своей профессии. Название «Человек года 2016» было номинировано 30 человек. Все наши участники имеют абсолютное право стоять сегодня на этой сцене, так как в течение года приложили немало усилий, чтобы показать свое мастерство, ум, талант и профессиональные качества.